Парад оркестров – событие, которое никого не может оставить равнодушным. Прещане и гости областного центра еще не успели забыть это красочное музыкальное шоу образца 2019-го, как и организаторы уже готовят новую программу. Она будет не менее разноплановой и интересной. Предшествовать большому брестскому мероприятию будет акция «Марш мужества». В нашем городе она пройдет 31 января. Это мероприятие приурочено к дню рождения Валерия Халилова, фестиваль имени которого сейчас проходит. Вот, он будет проходить с 30 по 2 февраля, с 30 января по 2 февраля. Будет проходить в 15 городах России и плюс еще вот в нашей Брестской крепости, в городе Бресте. Международный музыкальный фестиваль в память о народном артисте России Валерии Халилове, художественном руководителе ансамбля «Песни и пляски российской армии» имени Александрова, пройдет почти в двух десятках российских городов с 29 января по 2 февраля. Брест – единственный белорусский представитель в проекте. Начнется парадом оркестров, маршем оркестров от монумента «Жажда» и к монументу «Мужество». Там оркестры выстраиваются в сводный оркестр. Вот, в составе сводного оркестра какие-то композиции будут звучать, будут приветствия каких-то руководителей, наверное, от Брестской крепости, от города, от российского центра. Будет выступление ветерана Великой Отечественной войны. После этого будет такие музыкальные поздравления от каждого коллектива, участника этого концерта, этой акции. И в конце снова оркестры соединятся воедино, и будет звучать «День Победы», «Прощание славянки» в составе сводного оркестра. Музыкальный фестиваль приурочен и такому важному событию, как 75-летие победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Это мероприятие одно из в большом списке. На пресс-конференции обсуждали творческие планы проведения последующих месяцев этого юбилейного года, а также раскрыли главную интригу. 1 августа Брестский парад оркестров вновь пройдет в областном центре и соберет истинных ценителей музыки из разных стран. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.